Сегодня в выпуске два необычных велосипеда. Сказали бы, наверное, сейчас, что это Ашаны, то есть велосипеды, которые продаются в обычных супермаркетах, и они достаточно некачественные. Но это велосипеды на самом деле очень крутые, во-первых, им лет по 20 уже. И они были привезены из Европы, а непосредственно из Германии. И отъездили они уже вот 20 лет по нашим тверским дорогам. Состояние в целом даже неплохое. Здесь необычные названия. Здесь Мифа Лида. Сделано в Германии. А это у нас Bulls XXL 1005 модель называется. В чем здесь вообще интересность? Ну, название, геометрия и так далее. То есть смотрите, какие перья на двух подвесе, заведенные вверх. В целом все работает. Конечно, есть большой износ. Здесь мы поменяли заднее колесо, потому что чашка была продавлена с трещинами. Все настроили, тут меняли частично рубашки и тросики. Но уже все такое достаточно вяленькое. Работает не слишком четко. Здесь у нас есть динамо-машина. Задний немецкий фонарик. Передний фонарик, к сожалению, уже сейчас сломан. Ручки, ревошифты. Очень-очень старенькие, достаточно необычной модели, редкой, скажем так. И плавающие дисковые тормоза, которые очень сложно настраивать. Мы их даже не мыли, зато помыли все остальное и почистили. А вот Bulls еще более интересный. На него поставили полноразмерные крылья. А интересность здесь в том, что вот этот переключатель задний работает наоборот. То есть у него стартовое положение – это большая звезда. Именно от большой звезды мы натягиваем тросик. То есть на всех обычных переключателях мы ставим на маленькую звезду и от нее натягивает тросик. А здесь все наоборот. Здесь у нас есть ролик для тросика. И вот не могли долго понять, почему у нас не работает, почему все так настраивается. Вот здесь вот еще подводка тросика не очень правильно сделана. Не могли понять, что не так. А потом разобрались, что здесь все работает наоборот. То есть он с большой звезды происходит натяжение тросика к малой звезде, а сбрасывает он в обратную сторону. Такая модель Shimano 050. Тут много-много надписей. И вот такой огромный ролик интересный. И монетки, соответственно, тоже работают наоборот. То есть здесь она работает в одну сторону, здесь она работает в другую сторону. Тоже первый раз я вижу вот такую вот разновидность монетки. Разбирается снизу. Меняли тоже тросики на задний переключатель. Вот такой вот необычный велосипедик с необычной шимановской системой, которая работает совершенно в другую сторону, не так, как обычно. Отмыли переключатель и передний, и задний. Все поднастроили. Но, конечно, есть уже люфты. Конечно, уже он не очень хорошо работает. Но в целом, как бы, пользоваться еще можно. Потому что здесь будет кататься человек не тяжелый. Перебрали втулки. В принципе, износ есть, но я думаю, что еще сезон 2 он поездит. Потом, конечно, надо будет менять втулки, а лучше всего колеса, потому что уже есть износ ободов. И с этим, к сожалению, ничего не поделать. Потому что обода на ободных тормозах изнашиваются достаточно быстро. Такие вот тут надписи. То есть тоже что-то то ли немецкое, то ли шведское. Со слов клиента, привозили из Германии примерно 20 лет назад.